Ребята, всем привет! Четвертый день. Как видите, я в строю. Оп. Выходим на улицу. Так, здесь мы отвоевали. Почти что 40-й уровень. Ну и пойдемте. Титанчики отбились. Оборона Б. Наконец-то. Топ-10. Ну и вот, начинаются уже серьезные соперники. Серьезные. Ниндзя, Полежка. Предлагаю красно-желтыми сюда зайти. Вот так вот. Да. Напишите, кстати, как у вас турнир. Наверняка уже кто-то выкутался, кто-то опять закинулся большим количеством денежных средств. Так, ну ситуация что-то здесь какая-то плачевная на самом-то деле. Потому что ужас, ужас, ужас. Камня нету. Вот. И я даже не знаю, что делать, если честно. Сейчас этот ниндзя будет ультовать. Проигрывать бы тут не хотелось, конечно. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. В следующих боях. Здесь по максимуму выжмем. Ну, здесь, видите, тупо камень не зашел на самом деле. Да и все, как бы. На этом закончилось. То есть можно было оставить тех, кого я брал изначально. Вот. Ладно. Баучан. Давайте возьмем, наверное, фиолет. Давайте зеленых возьмем, как у меня и были они. И фиолет. Вот так вот. Пойдем самым необычным образом. На войну. Красные. Зеленые. Чуть-чуть не добили. Ладно, сейчас. Так, 4 фиолетовых. Отлично. Фиолетовые — это хорошо. Так, то мы сейчас завалим ее. Зеленушка. Сейчас я поменьше красных оставлю, потому что будет бить сундри этот. Черт. Сундри. Че, опять что ли проигрыш? Да ладно. Такое бывает. Сегодня что, все проигрыши будут? Ну-ка, ребят, давайте, поехали. Что за дела вообще творятся в нашем царстве, государстве? Давай вот так сделаем. Так, раз, два, три. Во как. Ч,
Чё-то здесь ситуация какая-то плачевная. Совсем плачевная. Поппи бьет. Весьма так сильно. Пауза. Так, становится очень напряжно на самом деле. Почему? Потому что два боя топ-10. Ух ты ж, ё. Вот это да. Хил, распределение. Так, тут получается желтых здесь. Бьющих причем, да, максимально. Так вот. Агнес еще не вкачанная до 50-го. Вот ее бы вкачать. На самом-то деле. Вот где будет фишка. Так. Делает бобо. Или не делает? Ладно, пока что не делает. Ну-ка, шмакни у него. Хлобусь. Окей. Давай-ка вот так сделаем. Раз. Да у вас... Агнес готова. Ударить. Там еще Эйдун. Эйдун вообще хорошо. Блин, не добили. Чуть-чуть. Как так? Чуть-чуть совсем не добили. То есть тут даже я не знаю, как сказать в этом плане. Ну вот просто в капелюшку какую-то. Ну конечно, по нам ударила. Эйдун тоже сейчас до него ударит по Агнес. А, мимо. Эйдун, ну что такое-то? Так, есть контакт. Так, сейчас ситуация усложнилась. Ситуация усложнилась. Ну и получается, что, смотрите, центр фиолетовый, тут желтая стоит, водник. То есть, ну, это, скорее всего, все на вынос. Надо подумать. Как сделать, что сделать, потому что, честно скажу, ситуация очень сложная, особенно если взять всю вот эту кухню дальнейшую, да, то есть, ну, получается, что особо, даже не знаю, что с ними делать.